Начнем мы выпуск с другой информации. Утро 15 декабря для жителей Ангарска и пригорода началось не с будильника, а со взрыва. Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе. Сигнал спасателям поступил в 6 часов утра. Огонь охватил 2500 квадратных метров. Чтобы потушить его, потребовалось больше 100 человек и 28 единиц техники. Справиться с пламенем удалось лишь через 5 часов и, к сожалению, не обошлось без жертв. 2 человека погибли, еще 5 получили травмы различной степени тяжести. Один из пострадавших находится в стационаре, 4 направлены на амбулаторное лечение. Предприятие пообещало помочь семьям погибших и пострадавшим. По данным МЧС, предварительной причиной происшествия могла стать загазованность систем технологической установки. Роспотребнадзор уже взял пробы воздуха. Превышение предельной концентрации вредных веществ не зафиксировано. Также проверяют жилые и соцобъекты. Пока повреждения обнаружены в одной квартире. Там треснуло стекло. Выпуск топлива на предприятии продолжается, но проводится внутренняя проверка. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Проверку проводит и прокуратура. Иркутской области контролирует ход расследования уголовного дела и установление всех обстоятельств и причин пожара на технологической установке промышленной площадки Ангарского нефтеперерабатывающего завода. Прокуратура организована проверка исполнения законодательства о промышленной безопасности. По результатам, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования. Взрыв зафиксировало и сейсмооборудование Иркутска. Колебания совпали со временем начала пожара на промплощадке. В Ангарске и окружающих населенных пунктах ощущались толчки силой в 4 балла, а в столице Прибайкалья, Иркутском районе и Шелихове в 2-3 балла.